Всем привет! Сегодня с вами Марина Ломака, и я покажу, как я сушу на зиму болгарский перец. У меня много было вопросов зимой, как я сушу. Просили очень многие показать. Вот сегодня я покажу, как я его заготавливаю на зиму в сушеном виде. Сушить я буду в сушилке Изидрай. Я ее уже показывала на своем канале. Ну и давайте приступим. Для приготовления можно взять любой формы болгарский перец. Можно сушить как зеленый, так и красный. Мне больше нравится красного цвета. Вот такой, как говорится, не кондиция. Перец можно взять. Моем его, очищаем от семян и нарезаем на мелкие кусочки. Учитываем то, что он потом восстановится именно в такой кусочек. Вот, например, я сегодня порезала его соломкой. Нарезаем болгарский перец. Вот для таких целей сушить мелкие кусочки, чтобы они не проваливались вот в эти дырочки, предназначены вот такие сеточки. Сеточку выстилаем в сито и раскладываем болгарский перец. Я заполняю все сито. Устанавливаю их на саму сушилку. Закрываю крышку. Установила я температуру 55 градусов и включаю в розетку. После того, как перец будет готов, я скажу, сколько по времени он сушился. Прошло 6 часов. Перец высушился. Стоит учесть то, что время приготовления еще зависит от того, какая температура в помещении. Снимаем весь перец с сеточек. Для того, чтобы сеточки отмылись быстро, их нужно просто замочить в теплой воде. С моющим раствором даже можно замочить. А потом мягкой тряпочкой протереть, что вот эти сеточки, что сами сито для сушки. Ну и вот, как видите, получилась целая гора сушеного перца. Важно его обязательно хорошо высушить. И вот по поводу вопроса, как я обычно храню сушку. Можно переложить в баночки, которые хорошо закрываются железной крышкой или пластиковой плотной крышкой, двойной, я уже говорила. Можно также переложить в пластиковые бутылки. А можно, конечно, приобрести вакуум, например, и пользоваться вакуумом. Вот таким вот способом в баночке и храним в прохладном темном месте. Попробуйте, приготовите вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким.